Привет, дорогие мои зрители! Так, губки подкрасили, чтобы я перед вами такая была красавишна, красавишна. Все хорошо, не волнуйтесь, не было некоторое время меня, но я просто была занята. Занята тем, что у меня была работа, определенное какое-то время я выхожу, зарабатываю денежку какую-то дополнительную. Это каждый месяц, и плюс к этому мне надо было заниматься моим eBay, делать фото очень много, выставлять новые товары, потому что я немного запустила, все это скопилось, а этим надо заниматься, и для этого нужно время. Это очень вообще-то тяжелая работа, я вам скажу, потому что сделать фото, прокорректировать это, если не один товар, и посмотреть, что там как, ну понимаете, всякое там разное, а это занимает 2-3 дня, это если много товаров. Плюс погода была не очень хорошая, такая, знаете, мрака, снег у нас был. Сегодня солнышко, смотрите, на улице, но температура, сейчас вам скажу, минус 6 градусов с утра была, минус 6, сейчас, наверное, поднялась до плюс, наверное, 3 или 4. Но холодно, все равно, тем не менее. И как-то оно все туда-сюда, думаю, ну сделаю все эти свои дела, а потом видео. У меня есть видео украшения, есть видео посылка. Скоро должна я получить вот как бы тоже несколько посылок. Я также купила через eBay. Там мужу на день рождения я купила подарок и себе купила кое-какие вещи. Так что есть что выкладывать, но как-то вот все думаю, ладно, потом. А потом вообще так закрутила, что даже и забыла. Я извиняюсь, потому что я знаю, что постоянный зритель, он... Ему хочется следить за ходом событий моих, да, и как-то, чтобы это было каждый день. Я это знаю по себе, потому что я тоже смотрю моих любимых блогеров, и если 2 дня, нет, 3 дня, то все. Я думаю, что такое случилось, поэтому я прекрасно вас понимаю. Ну и сейчас я пройдусь по шопингу, кое-что вам покажу, если, конечно, будет что показывать, опять же. Но... Я сюда приехала, в принципе, не для себя делать шопинг, а, опять же, по моим этим небольшим заработкам. Опять же, я посещаю Goodwill. Если он не сильно будет заполнен, то, опять же, я что-то покажу вам. А если он будет, имеется в виду, что? Если будет что выбрать, понимаете, товары будут какие-то, которые можно будет взять, а это надо делать очень быстро. Потому что с камерой ходишь, как говорится, щелкаешь ртом, то прощай. Щелкаешь, потому что не я одна там такая хожу в этих гудвиллах, а очень много людей, которые занимаются вот этим eBay. Очень много. Зарабатывают какие-то дополнительные деньги. Все в порядке. Солнце светит. Ой, как я рада этому солнцу. Как я рада. Вы представить себе даже не можете, как я рада. Дело в том, что последнее время я как-то начала замечать, что очень сильно начала реагировать на погоду. Может быть, это связано с... Не может быть, а быстрее всего, наверное, с возрастом. И когда дождь, я люблю. Летний такой дождь, да? Но когда снег, мрака, когда мороз, выходишь на улицу, у тебя все это щепит, солнца нет вообще... Все, кажется, конец света наступил. А когда солнышко вышло, все, кажется, хочется жить, хочется просто летать, хочется все делать, сразу появляется активность. Я не знаю, почему так. Очевидно, я просто настолько люблю солнце, вообще люблю, понимаете, вот этот свет, свет этот, божественный свет. Свет Божий я люблю. И для меня солнце это очень-очень много в моей жизни значит. Понимаете? Я могу без много чего обойтись, но все-таки природа должна быть хорошая, теплая. А у нас зима наступает.
Вот я сейчас вам это рассказываю, я смеюсь, и я не знаю, что делать. Все холоднее и холоднее становится, все холоднее и холоднее. Вот выручает, что выручает? Активность какая-то, какие-то дела, какое-то занятие выручает. Вот что выручает, понимаете? Поэтому я согласна со многими, когда вы пишете вот там в комментариях, что когда занимаешься чем-то, то да, тебе там не до этого, да, и там солнце или не солнце. Да, я согласна с вами, вот, действительно, это так. Вот если бы я еще не занималась бы этим, что у меня есть, я не знаю. Вообще, ну как сказать вам, дома, конечно, хорошо, когда находишься дома и... Ну, я не хочу никого обидеть, понимаете, потому что многие люди идут на работу, зарабатывая деньги. Понимаете, это часть нашей жизни, и я бы сказала, что это основная часть нашей жизни. Но, с другой стороны, когда находишься дома и свободно чувствуешь себя, понимаете, ты свободна от времени, у тебя свой график, ты можешь сама что-либо планировать, понимаете, надо, поехала, надо, не поехала, надо, дома, хочешь, поспала, хочешь, рано встала, ну вот как бы так я имею в виду, да, но тем не менее, все равно я занимаюсь чем-то, я веду активный образ жизни. Плюс все равно я не сижу, как говорится, не плюю в потолок там или куда. Я все равно зарабатываю какие-то деньги для себя дополнительные, естественно. Потому что это дает мне чувство моей какой-то свободы. И что еще? Сказать, все это правильно. С этим я совсем согласна. Но тем не менее. Вот все равно, тем не менее. Понимаете, вот природа, погода... Очень сильный фактор такой, который может испортить полностью все мое счастье. Ну что, вот что? Вот если будет неделя мраки, будет неделя снег идти, все. Мне кажется, что мне ничего не хочется. Мне хочется все оставить и умчаться. Умчаться там, где солнце светит, там, где тепло, там, где можно... покупаться, вот лето, все, понимаете? Я не зимний человек. Нет, нет, нет. Ладно, все, не буду вас напрягать, как говорится, жаловаться вам. Но это я не жалуюсь ни в коем случае, нет. Просто, понимаете, как вам сказать, чтобы вы могли, так как вы следите за моими событиями, да, и вы могли понять, почему как бы так, вот, а почему так, понять склад моего характера, понять, что мне нравится, что мне не нравится, понимаете, вот, а потом от этого уже и исходить. Вот если у меня какие-то действия происходят, да, если вы недолго меня не увидите, то значит что-то... Я сделала, выкинула такое, какой-то каламбур. Я могу это сделать, понимаете? Поэтому, чтобы вы могли это понимать, так как я все-таки перед вами нахожусь, так сказать, в экране. Так что такие дела. Ну что, пошла я. Покажу вам кое-что. Если будет, конечно, интересно. Так что, понимаете, да? Все, пошли. Очень нравятся сумочки Бетси Джонсон. Вообще ее стиль. Это, конечно, больше молодежный, но тем не менее, как бы эта сумка не обязательно для молодежи. Ну, а вот, видите, разных. Так, что мы здесь видим? Вот такая милашка. $70, представляете? Я подумала, что долларов 20, оказывается 70. А это дешевле, а выглядит намного красивее, это $40. Ну что, а здесь черненькие, кожа $70. Тоже 70. Такая сумка, как сказать, портфель, видите,
и телефоны. Все. Ой, какая красивая сумка. Это сумка, которая моя красная. Италия, видите? Это кожа. Стоит она $60 сейчас. А так в цене она стоит, вот видите, написано, кожа натуральная. А так в цене сколько, не знаю, там ценника нет, по-моему. Она дороже где-то за 100 стоит. Сумка, опять же, Бетти сейчас на скидке $12, смотрите. Вот классная, все хорошо, но вы знаете, это если ее так носить, а если через плечо, то она будет крутиться и так падать. Вот это очень неудобно то, что они делают, видите, вот здесь вот, вот эти, надо быть здесь выше, а не здесь. И сумка крутится вот так вот, перекручивается у вас. Вот тоже еще такой же, видите, вариант. И цена хорошая, представляете, $12, а так она 70 вот в реале. Да, 12, смотрите, симпатичная, да? Но, тем не менее, вот эти вот очень неудобные. О, опять примерка на ходу. Ну, надо же такое. Вот тут удивляют, честное слово. Ух ты, аж свалилось все. У меня эти американки, вот молодцы. Ну, молодцы, с них надо пример брать. Они не комплексуют по этому поводу. Рюкзачок хороший. Don't feel healthier. 118 стоил. Думал, это же такое. Шелка Michael Kors. 60 сейчас. А моя, смотрите, какая красавица. А моя десак. Сумка. А? Как вам такая красота? Это еще не все. Сейчас вам покажу. Смотрите. Вот, видите? У меня такая красота. Сегодня. Так, идем дальше. Разговариваю тихо. Сразу предупреждаю, потому что магазин громко разговаривать не могу, чтобы не пугать людей.